Ничего себе, что же не пойму. Пишет низкое качество. Ага. Идет эфир, вроде. Ну, похоже, что мы вышли в эфир. Не могу эфир. понять. Отмечайтесь, пожалуйста, видно и слышно эфир. Да, друзья, какие-то помехи были. У нас какие-то помехи непонятные происходят. Виктор Николаев смотрит. Ну, Витя, там? Видно, слышно? Видно ли? Елена Ильина, Маргарита Кондрахина, Александр Лановой. Чекните, как там, друзья. А я пока вот Елена выясняет, наконец представлюсь. В эфире, значит, Михаил Новицкий и программа «Песня 21». И сегодня у нас 16 мая 2018 года. Это сегодня, честно говоря, национальный праздник. Я могу сказать, что это российский национальный праздник, но было бы неправильно. Если бы я сказал СНГшный национальный праздник, было бы тоже неправильно. Это все-таки праздник такой всемирный. Сегодня день рождения Юры Шевчука. Это нашего, по большому счету, национального героя, нашей глыбы такой. Когда, знаете, бывает такое, бывает человек так себе, это художник, бывает типа, ну да, да, снимает кино, он зато вон какие, он, конечно, там. А тут такое совпадение, человек хороший и художник большой. В общем-то, вещи несовместимые. Поэтому я от вашего имени, друзья, если меня слышите, поздравлю его, Юру, с днем рождения. Я его уже поздравил, честно говоря. Позвоню, я перепоздравлю еще от вашего имени. Вот. И что? Наверное, все, что касается сегодняшнего дня. Больше исторического ничего не случилось. Пишут, что видно и слышно. Спасибо, друзья. Отлично. Тогда я без долгих... Светлана Ефремова пишет, все видно хорошо и слышно. Алла Владимировна, Конек Игорь, Юрий Ардагерн, Маргарита Кондрахина, обожаемый Михаил, прекрасная Елена, приветствую вас. Маргарита, мы тебя тоже приветствуем. Ага. Ну что, мир с нами. Да. Вот, и мир с вами. И сегодня, да, напоминаю, кто не знает, что в программе «Песня 21» я исполняю всегда одну единственную песню, которая больше не повторится в этой программе «21». И вот пока еще все песни исполнил, даже половину не исполнил тех песен. Ну, такой, как бы, подведение творческих итогов моей большой творческой жизни. Песня «Урок». Вот я почему-то сегодня решил исполнить песню «Урок». Песня написана не так уж давно, и от силы лет 5, да, Лен? Меньше даже. Меньше. Но она уже полюбилась. Самое интересное, что самому автору нравится. Я думаю, года 3, мне кажется. Приснилось, что не выучил урок, и вызывают, и вызывают. Никто не подсказал и не помог, то ли не помнят, то ли не знают. Итак, в трубу втекает, вытекает, два насоса, три бассейна, землекопы. Или умножить, или прибавить к интегралу пункты А и Б и С и две тычинки. Едва проснулся, проснулся, все вовсе не так. И жизнь — это свет, а не мрак. Каникулы, дача, июль. Соседка сказала, люблю. В сарае батя чего-то чинит. Приснилось, что не выучил урок, и все смеются, весна из окон. И педагог уже не педагог, и эта юбка, и этот локон. И как бы ручку уронил, как бы случайно посмотрел и все увидел. О, это счастье! И тут к директору зовут, а там собрался педсовет, и все знают. Куда деваться? Проснулся, все вовсе не так. Стою на посту ночь, а враг уткнулся в березу лицом. В кармане письмо, стал отцом. Выходит взрослый, такое дело.
приснилось, что не выучил урок. Идет экзамен и все такое. Заходят трое, Пушкин, Фет и Блок. И мне вспомнить, кто эти трое. И кто там трою написал, и конь в пальто, и без пальто. И ставят неуд, но хоть бы тройку. Журнал учительский украл и переправить захотел. Пошла химичка и укусила. Проснулся, все вовсе не так. Я сам и директор, и маг. Египет, февраль и жара. И дочку прождал до утра. Фух, эти танцульки, кругом арабы. Приснилось, снова в армии служу. Вагон профукал секретным грузом. И автомат нигде не нахожу. И вне закона, и вне союза. Везде стреляют, догоняют в пути А и Б и С и пути Y. Залез на крышу, а там химичка, землекопы и директор, и арабы, и бассейны секретным грузом. Проснулся, все вовсе не так. На пенсии старый дурак. По небу летят журавли. И как бы случайно прошли два землекопа. На кухне внучка печет оладьи. Приснилось, что не выучу урок. Ну вот и спета песня в программе 21 называется «Урок». Пишите, как там вам понравилось, не понравилось. Если очень понравилось, делитесь с друзьями. Ришат Гатаулин, Владимир Узланер, Владимир Бас, Алекс Лисовский с нами. Всем нравится. Всем нравится. Лайки летят. Лайки летят. Спасибо, друзья. Людмила Левитас. Спасибо за классную песню, Михаил. Замечательное исполнение. Конёк Игорь, все так. Маргарита Кондрахина, браво. Карина Старостина, здорово, спасибо. Ну вот, собственно, исторический момент пролетел незаметно, и песня осталась в эфире. И если нравится, можете петь. Если что, мы скинем текст, да, Лен? Да. Скинем текст и даже аккорды. Чего еще хотел сказать? В эфире был Михаил Новицкий. 20 июня у нас спектакль «Наш Висбор». Нужно уже заранее побеспокоиться о билетах. О билетах, да. Ну, вы на страничке найдете всю информацию. Это будет Пушкинская 9, наш спектакль, наш Висбор. Недавно мы сделали серию интервью с Галиной Степановной Нарышкиной. Нам очень приятно, что участницей, ну как участницей, ребенком она. И она была ребенком, когда была война. Началась война. Началась война, ей было 5 лет. И нам очень приятно о том, что наша работа, ну не работа, а интервью, скажем так, пригодилась вам. И немножко наше зернышко в историю мира. Да, то, чего не напишут в учебниках. Да, как-то проникло в историю все-таки, да, уже будет оно как-то зафиксировано. И прояснится картина общая. А пока она не прояснилась, пока не открылись архивы, смотрите, читайте Виктора Астафьева, Николая Николаевича Никулина, господи, и Ледокол Суворова. Читайте Суворова, Виктора Суворова. Ну все, на этом заканчиваю. Надеюсь, через неделю с вами встретимся с хорошей песней. Сегодня был день рождения Юрия Шевчука. Поздравляйте его, у кого есть ресурс. Да и на своих страничках тоже отмечайте. Можете перепощивать. Все. Пока. Обнимаем. Михаил Новицкий и Елена Пинчук. Песня 21. Пока. До новых встреч. Пока.